Всем привет, с вами Докс Лайф. Приехал я с работы. Вот такая вот история. Бади, иди-ка сюда. А, Бади. До Луны не добрался. Все в стекле. Короче. Двери, хана. Господи, что там он сделал? Так вот, ребят, надо срочно делать вольер. Естественно, Нассена. Такие вот дела, ребят. Кабеля, сучка, держать непросто во время течки. Придется делать вольер в срочном порядке. Буду заказывать, потому что так дело не пойдет. Потому что я запланировал через 2 недели делать ремонт у себя дома здесь. Капитально менять двери, линолеум, все вообще. Вот, и если такой беспредел продолжится, то просто-напросто смысла в ремонте нет. Поэтому нужно делать. Сейчас пойду посмотрю, нет ли у него на лапах порезов. Я даже ругать его не буду, потому что, ну, бесполезно. Я его каждый день ругаю, прихожу за то, что он гадит, а тут, ну, это бесполезно. Тут как бы по сути его вины нету, это инстинкт. Вот. Нужно сейчас что-то придумать. Бади, иди сюда ко мне. Все в стекле. Иди сюда ко мне. Это что такое? Иди сюда ко мне. Ко мне подойди. Это что такое? А? Бестолочь. Ты что натворил-то? Ты вообще, что ли, дурачок? А? Ой, Господи. Слава Богу, что к Луне не пробрался. Луну не тронул. Вот. Короче, наверное, скорее всего, следующий выпуск будет про то, как мы будем искать материал про клетку. Хотя нет, следующий выпуск у нас уже будет выставка в субботу Лунина, поэтому такие вот дела. Ребят, сейчас буду все доставать. Поэтому как-то так. Ну, ничего страшного. Батя помогает своему хозяину делать ремонт. Как раз двери сейчас мне все снимет. Полы мне. Бади, ты знаешь что? Дружище, я тебя сегодня здесь оставлю. Ты вскрой мне здесь линолеум пока, обои обдери, чтобы мне работы меньше было. А потом я тебя в вольер заберу. Понял? Это что такое? Это кто сделал? А? Табуретка. Кто это сделал, большеголовый? А? Это ты натворил? Ужасный став. Лапы давай показывай свои. Лапы показывай мне. Вон, торчит в лапе. Стекляшка. Стой. Все лапы в стекле. Другую лапу. Короче, ребят, на видео это не пойдет. Сейчас я буду отдельно его осматривать. Ну, вроде крови нету. Значит, ничего серьезного. Но в любом случае, вот эти песчинки надо уйти от меня. Не хочу с тобой разговаривать. Плохой мальчик. Вот, надо все это осматривать, вытаскивать. Потому что они потом попадут, точно, дай бог, загноится. Поэтому вот такие вот дела. Луненочка молодец у меня. У меня Луненочка только молодец. Раньше Луненка косячила. Чего ты подлизываешься ко мне? Сидит. Вон, ходуном все ходит. Ты всю квартиру мне сожрали. Вот этот бардак сейчас буду убирать тоже. То есть у меня вот таких вот 4 штуки. Одеялки, я их стираю.
и накладываю. Но надо на поверх них, наверное, пеленки сделать, потому что без пеленок тяжковато. Да, лунёнок? Лунёнок сегодня шестой день пошел, но это по выделениям кровяным шестой. А так, может быть, чуть побольше. Вот я шестой день отсчитал. Нам бы хотя бы 15-й день переждать там, чтобы уже точно они не повязались. Что можно сказать? Вот такие вот они, братья наши меньшие. Все со своими странностями. А, рыжий? Такой вот он. Хомяк. Главное, что все здоровы, живы. Самое главное. Всем послушных. Послушных, бади, не таких, как ты. Здоровых собак. До новых встреч.